В Узбекистане еще один ребенок скончался от жаропонижающего препарата Док-1 Макс индийского производства. Мальчику было 2,5 года. Он поступил в больницу на Мангана. Общее число погибших уже достигло 20. В фармагентстве соседней республики сообщили о наличии в составе партии индийского препарата 300-кратного превышения этиленгликоля, токсичного средства, способного вызвать серьезные изменения в здоровье пациента. От приступов эпилепсии и проблем с сердцем до острой почечной недостаточности. Док-1 Макс уже изъят из всех аптек. Кроме того, уволен глава агентства по развитию фармацевтической отрасли в стране. Правительство Индии также ведет расследование в отношении компании-производителя.